Туда вот Плотная попал, группа, туда меня попал. могут обогнать, да. Понял. Если я проиграю одну Мне или совсем две, в могу глаза не улететь бросается. очень далеко. Сейчас два решающих раунда. Да, ну, наверное, это важная победа. Неубедительная, но победа. Ну, правда, сильно мы не поднялись, потому что группка плотная, и люди обогнали многие, там, с 7-7,5 есть люди. Спасибо. Так, Олег Александр Орлов. Гельман. Я его каким-то чудом обыграл в прошлый раз. Совершенно безнадежной позиции. На флажке какую-то последнюю идею нашел. Да. Всех, кого предрекал, всех в турнире встретил. Ну ладно, боремся. Ну, допустим. Так, ежевые схемы, да? Выглядит с моей стороны немножко рискованно это все, конечно. Сомнений нет. Ну, стоим. Так, а он сейчас потолкает свое b5, да? Все стоим, чего-то ждем. Конь g6, конь h4 у него есть перевод. Конечно, на конь g6 можно отступить конь f3, но тогда слон на c6. Так, b5 все еще нету, пока мы можем перестраиваться. f4, ферзь f3. Не совсем резко, но я сегодня что-то очень резко играю. А мне e5 прилетит. Ну, там есть конь f5, а ферзь h4. Ой, конь h4. Ну, видимо, ладья c7 он скромно пойдет. А b5 сейчас какие скромности? Никаких скромностей. Без ложной скромности Александр тупает вперед просто. Конь h4 еще была Понятно. идея. Там я обязан бить, да? Ну, похоже, я дебютную стадию провалил. Отступаю, чтобы хотя бы конь h4 не получить. Так, ну, по дебют просто хуже, да. Я иди, с ежом что-то сейчас не подружился. Плохо разыграл, без идей, да? Вон, провел все, что надо. Вообще, я наослаблял королевский фланг. Может, сложно в блиц использовать эти ослабления? Из идей у меня тычки f5, g5, но это как бы идеями это тоже сложно назвать. Что, коня на e5 крутим? Да, тоже не очевидно. Прицепляемся к b5, тоже непонятно. g5 плохо почти везде. Проблемы с ходами наступают, да? Вообще весело. f5. Ладно, f5. Попробуем что-то замутить. Вскрытие линии, наверное, в его пользу. F. Ну, давай поменяем коней, допустим. Конь g4 какая-то жертва интересная. Он, наверное, на нее пойдет. Подумает и пойдет. У меня тактики нет, на e5 какая-то слабость, ну там типа конь d5, но там есть разменный вариант конь f3, я не успеваю просто. Так, просто слон d6. Ну хорошо, мы убежали от размена, да, пусть нам... А, конь g4 нам влетит в какой-то момент просто, и все. Ой, тяжело, тяжело, да, все, на ослабе он, человек хорошо этим пользуется. Съесть его. Ладно, съел. И что дальше? Конь d5 не имеет. Олег, пицца приехал. Прекрасно. Так, b4, чтобы хотя бы b4 не схватить. Какую-то, не знаю, стабильность попробовать в позиции обрести. У него слон с ферзем, конечно, черные поля контролируют, но это либо слон g3, либо слон h2. Так, это еще ладья по четвертой, чтобы я вообще не расслаблялся. Ну все, скидос на g4 я жду. Нет, не жду. Александр играет более позиционно и взвешенно. Слон f1. А, он ест на c3 просто, да? Конь a2, господи. До чего я докатился? Да. Если я эту партию выиграю, я буду большой молодец, конечно. С такими проблемами я просто переигран объективно. Так, ну и материальное завоевание, похоже, начинается. Пешка первая упала. Ладья c4 кто-то срезал, я пешку. Уже готов и на это. Пешка d, у меня хотя бы входит конь в игру, я не знаю, пешка e слабая, конечно, то есть, ну, позиционно ужасно, но там b5 какая-то слабость. Надо хоть какую-то игру собственную. Пока я могу только нападать на слона, слон d3, видимо, следующий ход. Ладно, стоим, ждем. Непонятно чего, непонятно зачем. Так, эндшпиль. А, кто же меня туда пустит? Ферзь a7. Ну, ферзь d4.
пешка d, иллюзия активности. Ферзь хоть какую-то динамику получил, может ладья d2, f2. Куда он ферзя выводит? На c7, наверное, он вряд ли жаждет меняться. Ну окей, ld2. Так, он на d8, я, может быть, ферзь c5, да? Ага, опять давление. Что с тобой делать-то? А если конь уйдет, он полезет. Шагает. e3 грозит, да? Ферзь f4? Ну да. Ай, ферзь e1, да пипец. Я играю в эту игру вообще ужасно. Зевает он. Ужасно. Просто ужасно. Да, еще добивающий, да, в голову. Чтобы не было никаких иллюзий. Это победа. А еще если он g2, ну там хоть. Да, пипец. Добивающий в голову, да? Поставит пат Александр Гельман. Проверим. Нет, наверное, не поставит. Да, победа! Предварительных можно Сейчас. Относительно держаться. Мы выходим. Помогает. Ого. И мы Теперь уже точно мы выходим раз, да? в 16. Базар-вокзал может победить. Ну что ж, поздравляю вас так, с выходом в 1/16 финала. Да? И ну, как бы, нас я ждет все, конечно, перевожу на последний тур, да? 1/8, но сейчас будет догнать, могут кучу последний времени, да?